Всего за несколько дней до матча «Скиф с дружбой» Петр Трусков занял с Хихирит Булгарским районом на празднике Сухарбан первое место в командном зачете. И эта игра была первой. До этого он не мог принимать участие в чемпионате города Иркутска среди ветеранов 35+, так как был ответственным за подготовку района к Сухарбану. Родная команда и даже тренер соперника с радостью встретили его. Он привлек внимание болельщиков 4 эпизодами. Думаете, на этом все интересное закончилось? Вы ошибаетесь. Для игроков «Скиф» появился шанс отыграть крупный счет. А еще вас ждет фрагмент премьеры песни от Льва Зборовского. Посмотреть можно на канале «Футбольное Хабайкало». Ссылка на матч в описании.